Место для отдыха под историческим названием «Александровский сад» появится в нашем городе. Идея не нова, ведь этот сад уже был в Запорожье более 100 лет назад. Меценат Александр Богуслаев и общественная организация «Запорожский вектор» решили восстановить историческую справедливость. Где будет располагаться сад, знают наши корреспонденты. Парк возле областного театра кукол. Это нынешнее поколение знает его таким. А старожилы Запорожья называют его не иначе, как центральный городской парк Александровский сад. По словам историков, когда-то здесь стояли деревянные ажурные беседки, была детская площадка и в целом атмосфера места способствовала отдыху и веселью. С исторической точки зрения очень такое важное место для Александровска. Можно, в принципе, его назвать аналогом того, чему нас служит Дубовая роща, да, центральный парк культуры и отдыха. Здесь отдыхали горожане, здесь проходили всякие мероприятия развлекательные, спортивные, общественные. Летом это было одно из самых популярных, наверное, мест в Александровске народных гуляний. На всех фотокарточках, которые я видел с этого места, все здесь всегда такие нарядные, такие дамы тех времен, кавалеры. Ну, понятно, что здесь по большему счету знать такая городская отдыхала. Возле театра кукол начали реконструкцию, чтобы часть парка привести в соответствие тому, что здесь было раньше, и чтобы Александровский сад вновь ожил. Организаторы обещают, в ходе реконструкции будет изменена пешеходная зона, добавят зеленые насаждения, клумбы, установят детскую площадку и аттракционы. Реконструкция обойдется более чем в 4 миллиона гривен, говорит глава Жовневара администрации Александр Манохин. Идея реконструкции этого места принадлежит меценату нашего города Александру Богуслаеву и исполняет эти вещи «Запорожский вектор». Это место будет востребовано всеми категориями жителей района. Я думаю, сюда будут приезжать и жители из других районов, потому что здесь будет совсем иная атмосфера. По прогнозам организаторов, реконструкцию планируют закончить к концу следующего года.